Очарованный странник. Глава 5. Краткое содержание. В одну из встреч на лимане появляется нынешний муж женщины, офицер, и предлагает за ребенка выкуп. Герой снова отказывается, и между мужчинами завязывается драка. Неожиданно появляется разгневанный барин с пистолетом. Иван отдает ребенка матери и сбегает. Офицер объясняет, что не может оставить Голована при себе, так как он беспаспортный, и герой уходит в степь. На ярмарке в степи Иван становится свидетелем того, как известный степной коневод хан Джангар продает лучших своих лошадей. За белую кобылицу двое татаринов даже устроили дуэль, стали стягать друг друга плетьми по очереди. Ивану это состязание пришлось по вкусу. Он сам захотел поучаствовать в нем. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.